Всем привет, меня зовут Алёша. И вы на канале Игротека. Сегодня мы продолжаем наши мега-битвы. И будем мы биться со Spriggan Requiem 10 разными волчками. Держи. Я буду пытаться выиграть тебя. Всеми. Вот. Всей этой огромной кучи. Ну что, играем мы до 2 очков. То есть, если разбивается, то выбывает из битвы. И первый у меня это... Ксена Экскалибур. Синенький, да. Это, по-моему, самый первый. Ну что, поехали? 3, 2, 1. Все! Вау! Все, он разлетелся сразу и очень-очень легко и быстро, да? В один удар, Дэвид. В один удар, твой победил. Очень сильный. Да, очень сильный. Второй у меня будет. Это кто? Acid Anubis. Защита тоже. Ну, может быть, этот как-то будет противостоять посильнее. Давай, 3, 2, 1. Вперед! Так, что твой в центре крутится? Смотри, мой тоже туда хочет. Мой взорвет тебя. Мне почему-то кажется, никто никому не взорвет, а кто остановится первым? Твой тяжелее. И по идее твой должен дольше крутиться. Точно. Так и есть. 1-0. Снова ты побеждаешь. О, не на сколько. Не на сколько? Ну давай. 3, 2, 1. Твой вперед в центр заехал. Ага. Да. Ну. О, еще и разбился, причем как-то странно разбился. Кстати, вот так он делался. Но проиграл тоже. Второй волчок у меня проиграл. Ладно. Третий. На один щелчок. А, разбил даже чуть-чуть. На ну, один неплохо. Щелчок. Ну, хоть как-то. Холи Харасу. У тебя дополнительное оружие. 3, 2, 1. Все. Вот так. Тоже разлетелся весь и тоже проиграл. Всю битву. С первого удара разбился. Во втором. Мне кажется, это все слабенькие волчки. Это кто у нас? Кайзер Кербиус, защита. Кайзер Кербиус. Ну давай. 3, 2, 1. Все. Spriggan Requiem причем разбивает всех, да? Да. Ну, смотри, держится. Эту защиту он должен взорвать. Нет, он не тяжелее. Взорвет. Твой-то тяжелее, да. Ну, взорвать не взорвал. Ладно, выиграл. 1-0. Зато... Что за то? Зато у тебя нисколько щелчков не было. А у тебя подразбился маленько? Интересно. Сейчас я... Слабо как-то твой бил. Сейчас я запущу еще сильнее. Давай. 3, 2, 1. Все! Вот бы выиграть, а. Интересно получилось бы. Но, скорее всего, нет. Так, счет у нас 1-0, ты выигрываешь. Ну, давай, Кайзер Кербиус. Давай, Spriggan Requiem. Судя по тому, как мой уже начинает падать, скорее всего, я проиграл. 2-0. Еще один пораженный волчок. Ладно. Следующий у меня будет... Крейсетом. Вот, мне кажется, он уже посильнее, да? Поехали. 3, 2, 1. Все! Защита. С колесиками. С колесиками, да. И усиленный него... чип. А, точно, у него чип стоит. Я даже не заметил, чип его не спас. И колесики тоже не спасли его. И четвертой вес. Все он, все его. Мощи. Мощи, да. Да. Так, следующий у меня будет Blast Genius. Четверной. Это уже посильнее противник. Ну давай. 3, 2, 1. Все! Ой, кстати, тоже опять защита. Так, и что? Сможет ли мой тебя выиграть? Мой выиграет тебя. Ну смотри, мой пока противостоит неплохо. Ну мой выиграет. Нет, остановится раньше. Посмотрим. Давай, прыгай, падай, 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 падай. Не падай! Упал!
Ура! Классно. И у меня, кстати, не сильно разбился. 1-0. А у меня вообще ни одного щелчка. 3, 2, 1. Всё! Я чуть-чуть на старте не вылетел, представляешь? Так, 1-0 счет. Еще бы так же повторить, и я бы тебя выиграл. А у тебя ответ уже. Вот это все боковое вот туда поворачивает. Да-да-да-да-да-да-да. О, как проиграл. Так неинтересно. Начало... Четверной вес, и это его не спасла. Начало было хорошее, но не получилось. Следующий это у меня Мэтт Майнаборос. Тройной. Сильный, мне кажется. Кстати, этим его нельзя запускать. Ну, там, да, с осторожностью надо его запускать. 3, 2, 1. С одного удара он разлетелся. Очень держи. Сильно, кстати. Очень сильно кстати, разлетелся. Кстати, мы... Нисколько не погиб? Или наполовину? Во! Почти полностью. Один удар, и он бы взорвался. Так, ну что, у меня остаются... 3 волчка. А-а-а. Максимум Гаруда. Самый необычный, самый большой волчок, который... Ну, без... не самый тяжелый. Без защелки, который... Да, он у нас в какую сторону, я забыл, крутится? Вправо. Обычную сторону, да? Сейчас я попробую тебя разбить им. Вот было бы смешно. Давай. 3, 2, 1. Он у нас, по-моему, никого не выиграл. Ну, смотри, тем не менее, да? Ой. Кстати, твой первый взорвался. Ну, я понимаю, что мой взорвался, мой проиграл, но зато... Но мое не считается. Но зато он его смог, по крайней мере, выбить. Нет, это до диска твоего, когда взорвался, мой выбить. Да, может быть. Но в любом случае, мой разбился, так что мой проиграл. Legends Prigon, следующий. Очень сильно буду запускать. Готов? Готов. 3, 2, 1. Опа! Смотри-ка, бьет мой тебя хорошо. И кто кого? Кто у тебя одинаковые чипы у нас. О-о-о. У тебя, кстати, такой же чип. Да, очень похожи. Цветом маленько отличаются. У меня только синий. Так, я проиграл, да? 1-0. Ты выигрываешь. Ладно. Готов? Готов. 3, 2, 1. Опа, ты видел, что было? Вот сюда выскакнул. Зато он потерял скорость. Да я понимаю, что он потерял скорость и поэтому проиграл. Тоже проиграл. И последний Зиг Экскалибур. Последний Зиг Экскалибур. Почему-то мне этот волчок больше всех нравится, если честно. Он тяжелый просто. Давай, попробуем. 3, 2, 1. Ой, ой, что мы делаем? Да ты, где ты крутишься? Наконец-то Зиг Экскалибур победил с Пригона Реквиема. Классно? Классно победили. Всем пока. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Пока.